Буду делать рыбные котлеты. Вот я подготовила фарш. Купила рыбное филе. Прокрутила туда одну морковку, лук. Добавила зелень. Потом добавила перец, соль. Что еще? А, манку положила. Одну картошинку прокрутила. И сейчас буду делать котлетки. В выходные купила в Ленте новую сковородку по акции. Видите, с силиконовыми прокладками. Вот они. Силиконовая ручка. Сковородка очень тяжелая. Вот, ее можно использовать и на газовых горелках, и на электроплите. Диаметром 24 сантиметра. Вот на ней сегодня я и буду печь наши рыбные котлетки. Включила плиту. Налью немного масла, потому что сковородка с антипригарным покрытием. Сейчас как масло прогреется, сковородка моя прогреется, я положу наши рыбные котлетки и буду их жарить. Сейчас я намочу руки и буду лепить котлетки мокрыми руками. Обваливать я ни в чем не буду их. Вот так вот слеплю котлетку по-быстрому и положу в сковородку. Еще она не совсем прогрелась. Следующую котлетку. Так. Потом попробую и скажу, вкусные получились котлетки или нет. Так. Итак, я сделаю все-все котлетки. Котлетки жарятся. Вот это вот зеленое, это укроп. Я еще забыла сказать, что туда, конечно, в котлеты нужно положить яичко. Некоторые кладут сметану. Но я в этот раз не стала класть в рыбные котлеты сметану. Сейчас я обжарю с двух сторон до корочки румяной, а потом накрою своей крышкой и дожарю котлеты. Но небо серое-серое, хотя обещали на этой неделе солнышко. Может быть, и выглянет в конце недели, не знаю. Градусник мой показывает 2 градуса тепла, но он врет. У нас здесь батарея, и, скорее всего, вот это вот окно нагревается, и в результате температура неверная. На улице сегодня мороз. На балкон специально посмотрите, сколько градусов там. 0 градусов на улице. Что-то где-то вроде как проясняется. Там за домами светло. Вон там за домами как светло. Может быть, и будет солнышко. Ладно, пойду, а то очень холодно на балконе стоит. Перевернем, посмотрим, что у нас там с котлетами. Ну вот, хорошо получается. Хорошо обжарились. Так. Ну, а ты, золотая рыбка, золотая котлетка. Запах очень приятный. Рыбный. Так. Оп. Все. Теперь с этой стороны обжарю. А потом накрою крышкой до готовности. Их буду обжаривать. Наши котлетки. И вот я хочу сказать, что эта сковородка стоит. Вот я купила 499 по акции. А так эта сковородка стоит 1249 рублей.
Еще к ней прилагается крышка. Вот так крышка стоит 749 рублей, 299 рублей. Вот, так что съемные силиконовые ручки не нагреваются при любых температурах. Вообще эти ручки вот снимаются, вот и вот эти штуки снимаются и легко моются. В следующий раз, когда я поеду в Ленту, то я хочу купить вот еще кастрюльку. Только не знаю, на какое количество воды. То ли на 2,5 литра, то ли на 3,8. Скорее всего, на 2,5. И будет она мне, обойдется она мне 799 рублей. Я ее уже видела в магазине. И решила, что куплю в следующий раз. А 3,8 она очень большая. Антипригарное покрытие, силиконовые ручки. Ковш у меня есть. А вот сковороды-гриль не было вот такой. Я бы, конечно, купила ее, сковороду-гриль. Разобрали все эти сковороды. Вот сколько котлет у меня получилось. Штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как раз на ужин. Сейчас еще накрою крышкой. Пусть они еще немножко потонятся. И выключу плиту. Наверное, с рисом сделаю. Картофель мы ели вчера. А сегодня я все-таки, наверное, сделаю рис. Да, мне понравилось. Она тяжелая. Но мне очень нравится вот крышка. Не стучит. Вот, мягкая. Плотно прикрывает. Ложится на края сковородки. Герметично. Мне очень нравится. И вот сюда ее положить. Вот, видите? Не стучит ничего. Так что очень хорошая сковородка. Можете и вы приобрести ее в Ленте. Сейчас посмотрю, заработал у меня сайт. Я еще ведь работаю. У меня не работал интернет. Вот ошибку. Так. Ctrl-V. О, заработал. Ну ладно, я приступаю к работе. Документы. Переключается очень долго. Документы. 91, 29, 10. А здесь другой документ. 405.2 от 27. Копи. Открываем документ и читаем. Понижение. Теперь мы посмотрим результат. Результат есть. SIP-INT. Выделяем. Копи. Так. Удалить фильтр. Ну, что ты у меня зависаешь? Еще зависает. Паст, Enter. Завершен. Так, посмотрим сумму. Сумму у нас копируем. Так, копи. Вот такая у меня работа. Все. Новосибирск. Ага, одна. Изменить. Сохранить. Готово. Вот мой обед. Две помидорки и моя рыбная котлетка. Я уже попробовала. Очень-очень вкусная. Вот
какое солнышко выглянуло. Прояснилось наконец-то. Видите, как красиво. И сразу стало веселей на улице. А то было сумрачно, хмуро. И в комнате стало светлее. Ну ладно, сейчас я буду есть свои рыбные котлетки. Приятного аппетита. Я уже на улице. Видите, какие дома красивые. Какие. Иду домой по бульвару. И теперь туда пойду. Какие домики в 8-м микрорайоне Митин. Здесь кустарник. Вот такие домики. Вот такой дворик-то. Свой собственный. А дом трехэтажный. Красивый. 8-й микрорайон Митина. Здесь летом очень хорошо гулять. Дикий виноград обвивает забор. Сейчас я пойду в ландшафтный парк. С этой стороны зайду. Иду домой. Вон там как красиво. Дом зеленый. Только ремонт недавно был. Покрасили его. Пришла на детскую площадку. Новая площадка. Яркая. Вон как девчонки катаются высоко. И подпрыгивают, еще и вращаются. Здесь какая-то груша висит. Тоже раскачивается. Вон там. Так что вот у нас такая площадка. Народа сейчас мало. На улице морозно. 4 часа. Особо тут не посидишь. Скамейка металлическая, холодная. Сейчас я пойду домой. Вот. Пришла. Сейчас по этим ступенькам вниз. Хорошо на улице. Воздух свежий. Я во враге нахожусь. Какие деревья. У нас родник. Ходят местные жители и берут воду. А я иду наверх. Солнышко садится. А я пойду вот по этой тропинке прямо. Там вот улица Барышиха. А я была вот там, на другой стороне ландшафтного парка. Дым кверху поднимается. Ну точно сегодня будет морозец. Причем снега совершенно нету. Видите, уже сумерки, темнеет. Сейчас я пойду схожу в магазин, куплю хлеба и приду. Там мне надо кое-что доделывать по работе. Засохла елка. И вот везде песок, норы. И вот стою, и вон там бегают мыши. Целая куча мышей среди этих норок. Думала, сначала показалось. Может быть, от этого и дерево засохло. Вон как они нарыли. Это ж надо, целая гора. И вся в мышах, в норках. Много-много мышей бегало. Наверное, было солнышко. И они тут носились. А сейчас увидели меня и спрятались. Я близко подошла. Вон какие ходы мышиные. Везде. И вот там сейчас наверху бегаю. Я уже дома. Купила хлеб. Сейчас покажу вам, какой хлеб я взяла. Взяла хлеб с тыквенными семечками. Вернее, с тыквенными зернами. 31-30. Мне очень нравится с тыквенными зернами. Щелоковский.
Потом я взяла вот такой хлеб, черкизовский батон, половинка. Взяла, что там я взяла? Так, взяла ватрушку, сдобу венгерскую. Еще взяла сдобу венгерскую. И вафли. Вафли. Вкус топленое молоко. Вафли стоят 30 рублей. Ну и еще взяла майонез. Вот и все мои покупки. А на улице уже вон как темно. Темнота. Темнота. Сейчас я поставлю рис, и мы будем ужинать.